Ну, хорошо, что прошли этот раунд. Сейчас мы посмотрим, как сыграют Ягодина и Клуж. Ну, что могу сказать о игре? Хорошая, ну, тяжелая погода, синтетика. Ну, это не оправдание, но могли лучше сыграть, могли выиграть, но сыграли с окном, но позволяла сегодня погода и соперник. Я думаю, хорошую работу сделали. Первую игру выиграли 3-0, сейчас 0-0. Так что самое главное, цель сделали и ожидаем, кто нас, ну, сегодняшнюю игру посмотрим вечером, кто будет соперник следующий.